А, Рипли? Встали пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась? Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Экипаж явится на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Зараза.
то, что надо. Есть тут кто? Thank you.
все на куски разваливается. Впереди выход. Нужно больше, чем тебе. Thank you.
Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. Грузово можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Погоди, сейчас лифт открою. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Следующая остановка – грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Валим! За мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигнёй страдаем. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Это не станция, а кладбище. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной! Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанийских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Thank you.
сюда. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта — единственный выход. Найди ее. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Идем. Лучше тут не задерживаться. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Ничего, прорвемся. Иди за мной. Что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Так было надо. Это ты предложил, не я. Я за мной. Лично я не расслаблял. Додон. А ну вылазь, не тронем. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное включение. Потише, они еще рядом. За мной. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что, не такого ты ждала от Севастополя? Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три. Раз, два, три.
Аксель, сзади. Что? Попался! Все сюда! Поймали варюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Господи! Что это за тварь? Надо уходить! Связи с XM Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions.
Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Теперь я и правда ненавижу Сиксон. Что это? Да никого там нет. На этой станции. Там кто-то живой! Вон там, я видел! Эй, вроде она побежала вниз. Пошли. Нет уж, я туда не полезу. У нее твое устройство. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить! Самописец. Что? Что? Нет! Да чтоб тебя! Так, ладно. Успокоилась. Обнаружен несанкционированный доступ. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку. Thank you.
что ж такое?
Просим посетителей зарегистрироваться. Сядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Рабочих андроидов можно положиться. Они всегда рядом, всегда трудятся на наше благо. Наши андроиды просты. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить, не беспокоясь о житейских мелочах. Они гениально просты и просто гениальны. Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Вы потерялись? Нет, все в порядке. Thank you.
Посторонним вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать в Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Ну давай. Узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Говорит Берлен Торнса. Что произошло? Мои люди добрались до вас. Отвечайте. Мы получили повреждения от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Нужна помощь. Повторяю, нам...
Ожидай. Запись разговора. Ожидай. Thank you.
Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Рипли, Тейлор здесь. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру андроидов. Рипли, там Рипли. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло.
Через дверь даже не пытайся. Она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да. Я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Давай, объединим усилия, поможем друг другу. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к... Говорите, куда идти. Космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Какое перспективное было место, какая трагедия, какой талант пропадает. Дальше, дальше по этому коридору. Thank you.
Чтоб тебя, Кульман, ты знал, что там эта тварь! Клевета, я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17.02. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Сэмюэльс, попробуй поискать опись, где тут что хранится в кабинете главврача. Узнала фамилию, это доктор Лингард. Удачи, Рипли. Постарайтесь скорее.